Очень необычным праздником осталось в памяти всех ее участников недели детской книги, которую с 24 марта по 1 апреля проводила для своих юных, а также будущих читателей района детская библиотека. К этому мероприятию зал детской библиотеки украсили по-особому. Там появились такие новые книжные выставки, как «Хит-парад любимых книг», «У меня зазвонил телефон» и многие другие. Череда познавательно-развлекательных мероприятий началась с увлекательного путешествия в волшебную страну Чиполлино, где всех ожидал парад сказочных героев. Я мальчишка деревянный в полосатом колпачке. Создан я на радость людям, счастье ключ в моей руке. Черепаха подарила этот ключ волшебный мне. И тогда я очутился в доброй сказочной стране. Книжка сказки. Вместе стояли на полке, дружили. Но попал я в руки мальчишки, который обращался со мной очень плохо. Небрежно, неаккуратно. Посмотрите, во что я превратилась. Все страницы вырваны, на иллюстрациях разные пятна. Видите, какая потрепанная книжка. Как над ней вот дети поиздевались над книжкой. Что же делать? Верно, мы подлечим эту книгу, приведем в порядок, подклеим, и она вновь будет радовать нас своими сказками. Дорогая книга, расскажи, как нужно обращаться с книгой? Не берите нас, пожалуйста, грязными руками. Мы будем испытывать стыд, если окажемся в пятнах. Не перегибайте наш переплет. Мы можем потерять самые интересные страницы. Мы любим чистоту, но боимся воды. Защищайте нас от дождя и снега. Не рисуйте на наших страницах. Вашим друзьям будет трудно нас читать. А если нечаянно порвали, то отремонтируйте и берегите нас. В любую книгу в руки вы можете встретиться с любыми сказочными героями. С кем бы вы сейчас хотели встретиться? Какие нехорошие дети! Золушек им подавай! Я самая хорошая и самая красивая! Вот задам вам сейчас вопросы, не ответите – съем! Я вообще-то подготовила здесь вопросики. Сейчас. Ой, страшная баба-ёшка. Кто съел бабушку красной шапочки? Воу! Откуда вы знаете? Ладно, первый вопрос ответили. От кого убежал колобок? От жизни! От бабушки ушла. От бабушки ушла. Еще знаете? Ладно, ничего, ничего. У меня здесь еще вопросики остались. Какие волосы были у Мальвины? Синие. Голубые. Молодцы, молодцы! Кто оставил в библиотеке золотой ключ? Буратино! Где спрятался седьмой козленок в сказке «Волк и Севера козлят»? И еще знаете? Ну ладно, последний вопрос вы точно не ответите. Какие сказки вы знаете Корнея Чуковского? Майки! Муха-цикатуха! Тараканчи! У меня мне с вами не интересно. Вы, наверное, хорошо учитесь. Я пошла искать глупых и ленивых. Приглашай медведя. Скорей вставай! Праздник ты не прозевай! Петухи зарю пропели, все уж там мучатся, а ты в постели. Не шуми, мешаешь ведь, какой вредный ты медведь. Ничего не пропущу, в книжный дом я не хочу. Нам давно пора идти, и детишки все в пути. Тут совсем недалеко, доберемся мы легко. Ладно, ладно, я пойду. Может, там друзей найду. А ты, Мишка, не ворчи. Лучше завтрак принеси. Что за дом такой чудесный?
много книжек здесь прелестных. Ребята, давайте поможем нашим гостям, куда попали, скажем, что за дом такой чудесный. Снаружи смотришь дом как дом, но нет жильцов обычных в нем, угадайте. Там книги интересные стоят рядами тесными, и Черномор, и царь Гвидон, и добрый дед Мозай. Как называют этот дом, попробуйте, угадайте. Библиотека! Правильно. Как красиво, как светло, как уютно и тепло. Ну, Машуня, не молчи, библиотекарям докажи, что желаешь ты читать. Давай, давай, хочу читать. А вот еще одна загадка для Маши, ребята. Стоит веселый светлый дом, Маша. Ребят проворных много в нем. Там пишут и мечтают, рисуют и читают. Что это, Маша? Школа? Ну, там тоже знания получают, конечно. Но нет. Магазин? Нет, Машуня. Дети, поможете вот Маше? Да. Что-то Маша немножко подзабыла. Библиотека! Спасибо. Маша и Миша, обещаю, не лениться и еще. Я все книжки прочитаю. И ребятам пожелаю быть умными, послушными, усердными, нескучными. Ну? Кто сказал такую бяку? Не читал, не знаю, как книг. Это враг, и просто враг. Заявляю напрямик. Я читаю без запинки 10 тысяч книжек в год. От картинки до картинки, а потом наоборот. И стихи научусь запоминать. Хотите послушать? Да. Давайте послушаем. Не знаете ни стихи. Ну, слушайте. Тает снег, сечет ручей. На ветвях полно врачей. Врачей? Не знаю, как мне кажется, ошибку сделала. Что там нужно? Врачи. Вот как мне умные у нас дети. Ты подумаешь, разочек ошибся. С кем не бывает, слушайте дальше. Синеет море перед нами, полкают маки над волнами. Ну что, опять ошибка? Да, не может да. быть, а как надо? Птицы. Правильно, молодец. Тогда другое прочитаю. Вчера был. Тает свет, течет речей. На ветвях полно врачей. Особый восторг у детей 1 Б-класса средней школы номер 1 вызвало путешествие, которое пришли в библиотеку впервые. Но не с пустыми руками. Вместе со своим учителем Анжелой Кидакоевой они выучили наизусть стихотворение специально к этому мероприятию. Для 24 новобранцев провели праздник посвящения в читатели. Я за свечку, свечка в печку, я за книжку-то бежать и в припрыжку под кровать. Молодец. Дальше по очереди. Топоры-то топоры, так, так и валятся с горы. Испугалась коза, растопырила глаза. Что такое, почему, ничего я не пойму. Молодец. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед, а за ним комарик на воздушном шаре, а за ними раки на хромой собаке. Вот, ну дальше. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Цон. Откуда? От верблюда. Что вам надо, шоколада?